Друзья, всем привет! Рада видеть вас в своем новом влоге. Меня сегодня пригласила моя подруга, у которой свой магазинчик. Пригласила на такую творческую встречу с девочкой, дизайнером украшений. И вот я туда еду, вас беру с собой. Снимать. Значит так, друзья, попала я в эту творческую тусовку. Здесь куча красивых украшений. Сейчас вам все покажу. И Аллочка наливает шампанское. Сейчас я вас познакомлю с Аллой, владелицей магазина «Ландуша» и дизайнером украшений Людмилой. Алла, расскажи нам пару слов о себе и о своем потрясающем магазине. Здравствуйте, ну как вы слышали, меня зовут Алла, я владелица этого небольшого уютного мира моды, мира обуви, извините. Ну, может быть, и моды немножечко. Модной обуви. Модной обуви. Обувь кожаная, обувь интересная. Многие дизайн я разрабатываю вместе с производителями по нашему желанию. Пожалуйста, смотрите, снимайте, пробуйте, трогайте, приходите. Мы находимся в Ришон-ле-Циони, улица Ихадам, 3. Хочу вас познакомить с Людмилой, это дизайнер украшений. Люда, расскажи нам про свои украшения, они все такие красивые, восхитительные. Как давно ты этим занимаешься? Про украшения рассказывать, их нужно трогать, мерить и покупать или не покупать, дарить или не дарить, но их нужно видеть. Это акрил. Как давно занимаюсь? Вот, наверное, года 2,5-3. Занимаюсь. Делаю сама, не училась как-то. Вот нравится. Красиво. Делаю, что тебя вдохновляет? Делаю то, что вдохновляет, то, да, что я люблю сама. Угу. Я люблю украшения, я люблю бижутерию, я люблю, не так сказать, чтобы наряжаться, но... Люблю, ну, наряжаться, чтобы, красиво люблю, одеваться, люблю, чтобы, да, было комфортно, чтобы одежда была комфортная, чтобы подходили украшения, чтобы нравилось людям, которые на меня смотрят. Очень мне нравится. Мне нравится даже делать, дарить. И люди, когда покупают и приходят ко мне, говорят, вот, сколько комплиментов получили. Это кайф. Так, что еще мы мне померим? Ну, вот мы надевали на синенькое платье разные сочетания цветов, как бы, да? А синее на синем, вроде, казалось бы, там это... И надеваем вот это синее... Оп, синие бусики. Это дерево. И акрил. Читание. Длина все регулируется, подрост, под все. Вот вам, пожалуйста, на синем синий оказалось, да? Там есть голубой расплавленный. Да. То есть мы сейчас идем по платью синего цвета. Сегодня, да, да, так получилось, хотя что подбираем все бы... к синему. Да, хотя здесь было бы белое хорошо и какие-то сиреневые опять хорошо. Да. И сочетаемое, как говорится, сирень, да, к синему. Ну, давай попробуем сиреневое. Ну, очень сочетается. Сейчас, во-первых, сейчас, это сейчас, цвета радуги рядом стоят, значит, уже сочетается. Да. Почему-то люди думают, что сиреневое – это скучно на синем. Вот так это выглядит. Да. Синее с сиреневым, кстати, я никогда не думала, что так красиво, да, смотрится. Абсолютно. Вот такая деталька, одна в ушко поднялась. Не надо пешком. Сегодня женский рай. Что еще можно подобрать к моему синему? Вот розовый цвет, кажется, да, тоже опять на синем. А вот да, посмотрите, давай, как он. Это роза. Ну, у него так вот поворачивает. Угу. Да. Да, чтобы сразу нога не улетала. И пудра с синим тоже смотрится. Наверное, мне нужно снять сережки, чтобы они не перебивали. Да? А вот снимать не надо, раз они не надеты. Ну, видно, что... Розы очень часто. Да, в тренде. Да. Ну, естественно, классика, белый цвет, угу, с золотом. Он в голубом... Ну, не то, что мы в голубом, просто вот... С голубым пришли. Это и на зеленый, и на черный, и на любой. Это вообще универсально. Ну, это тренд.
это сейчас цепи модно. Да. Да. В том, что тут сочетание пласт, акриловая цепочка и металлическая. Gotta feel free sometimes, right? What doesn't make you, will only make you stronger if you believe what they shine. Синий цвет дам, это небесный цвет, а на небе у нас, естественно, солнышко. Поэтому желтый, это, конечно, классика. Это уже последнее. Это как флаг Украины, я бы даже сказала. Флаг Украины? Ну да, желто-блакитный. Я вижу это солнце. Да. На голубом, чисто голубом израильском небе. Смотрите, какое украшение. Девочки, за вас. Спасибо. Ну, такое событие надо отметить. Прошу вас. Лыхаем, как у нас лыхаем говорят. Лыхаем за нас. Нужно я так... Они вот так, дружно. К синему, да. К синему вот такие яркие. К синему и голубое будет красиво, и серебряное, и красное что-то, да, зеленое. Скажи про эту брошку. Эту брошь подарила мне благодарная покупательница. Она же уже и моя подруга, можно сказать. Она решила мне сделать такой интересный подарок. Заказала у одной умелицы, которая делает интересные изделия из полимерной глины. По фотографии, которая у меня на WhatsApp. Нормально. Да, и очень точно передалось. Да. Тут я держу туфельку. Вот эта туфелька. Угу. Вот. Все есть. Брошка, да, туфелька. Да. И мне вот одели шарфик здесь, сделали зеленую кофточку, там я на другой. Мне очень приятно было получить такой интересный подарок. Это моя визитная карточка, брошь. Вот. Супер. Буду теперь с удовольствием ее носить. Нелечка, спасибо тебе за такой подарок, если ты меня слышишь и видишь. Нелечка, привет. Я думаю, она нас видит и слышит. Да. Кошелек, ключи и телефон. Я же вечно это ищу. Все видно, да. Женская сумка, мне полупрозрачная, мне все видно. Как она открывается? Она открывается на магнит. Кстати, вот да, есть у нас аксессуары для обуви. Угу. Ну, предположим, на такой цвет одевается, и сразу лодочка заиграла совершенно по-другому. Совсем другая лодочка. Можно любого цвета, они бывают с разными камнями, черные, синие, красные, зеленые, разных форм. Класс. Вот здесь такой клипс, да. Угу. И очень-очень, да, очень-очень... Сразу нарядная обувь, да, получилась. Да. Так, и вот... И красные. Красные можно к черным, к белым, к любым, да? Конечно, это же зависит. Посмотрите, богатство. Я начала вспоминать, что у меня есть из гладкой обуви. Ну все, друзья, женский рай. Пятница утром, это прекрасно. Надеюсь, вам понравился мой выпуск. Это потрясающий магазин и эксклюзивные вещи. Подписывайтесь, увидимся, до встречи. Вот люблю я такие дни, такие встречи, все супер. И шампусик, и сыры, и красивые сумки, украшения. Полдня прошло прекрасно в обществе красивых женщин и красивых вещей. Ссылочку на Allen магазин я оставлю внизу в описании к ролику. Так что заходите, смотрите и восхищайтесь. И даже сказывайте. Oh,